Это вход? Блин, ну конечно. Никогда нет! Что я несу? Вся правда обо мне. Меня ограбили. Ребята, доброе утро. Я вот, смотрите, с какими красивыми цветочками, но это не для меня. Я несу это для прекрасной девушки. Сегодня произойдет историческое событие в российской блогосфере. Знаменитый travel-блогер встретится со знаменитым бьюти-блогером. А как вы думаете, кому мы идем в гости? Даю подсказку. Вот такой красивый, невероятный особняк в центре исторической Москвы. Да, мы идем в студию Елены Крыгиной. Всем приветики. Лен, давай сделаем вид, что мы не виделись секунду назад. Ты одна снимаешь все время все в Инстаграм свой. Я уже сказала, сегодня историческое событие. Travel и бьюти сольются воедино. Лен, я тебе цветы принесла. Как в лучших домах к Парижу. Они очень вкусно пахнут, а эти нет. Ребят, мы сегодня сделаем такое, что вам и не снилось вообще всем. Ну, поехали. А здесь можно сразу делать все. Можно делать одновременно и маникюр, педикюр, волосы, ногти, макияж. И вот, короче, очень порядок. Круто. Здесь бровки. Бровки. Но у меня нету косметики. Да, она все здесь. Я поняла. Зачем? Я прихожу с утра, меня накрасят. Да, все нормально. Треугольник света, который никто не мог сделать. В итоге мы там нашли ребят-художников, которые занимаются этими инсталляциями, и они вот туда постарались, залезали, да, вырезали вручную какие-то штуки, которые создавали грани этому свету. Это то, что ты никогда не догадаешься, что здесь что? Нет, ну нет. Круто, губы, конечно. Две тысячи. Ровно. По линейке ответили. Да, ну, Лен, ну, конечно. Но тут без вариантов. Женщина. Мне очень нравится. Мне так нравится. А все завалено всякими штучками. Презентация книги. Мне из шоколада какого-то нарядного сделали книжку. Круто. Сказали съесть, но мы не смогли. Ну, не смогли, конечно. Да. Это у тебя тоже такая есть, да? Прорыв года. Все правильно, все верно. Да, это Дональд Робертсон, очень классный художник, написал мой неожиданно портрет. И когда меня заворачивал, вот так вот подписал, пишет, ну аж ёкинские 10. Вот. И я решила эту штучку тоже оставить. Ой, здрасте, девочки, что отвлекаю? Это коробочка сборочная. Это место, где собирается Крыгина блог. А, вот эти люди, которые делают своими руками. Здесь у нас есть интернет-магазин. Ребята, Лена лично проверяет, иногда наглаживает ваши посылки. Ну что, экскурсию нам провели. И сейчас я хочу открыть одну из новых рубрик, которая у меня будет на YouTube-канале. И начинаем мы ее с Леной. Это такой некий блиц, когда я задаю тебе вопрос, вообще никак не связанный с тем, что сейчас происходит, а ты, не думая, быстро отвечаешь на это. Хорошо. Думаю, самое сложное. Ты уже быстро ответила, хорошо. Вся правда. Но у тебя будут варианты, первое или второе? Давай. Поехали, да? Да. Сейчас мы все узнаем. Ну, не подглядывай, да? Я закрою. Спайдермен или Бэтмен? Бэтмен. Комнату с пауками или поплавать с акулами? С акулами. Никогда нет! Я боюсь акул. Что я несу? Ютуб или Инстаграм? Инстаграм. Москва или Питер? Москва. Каблуки или кроссовки? Каблуки. Смоки айс или красные губы? Красные губы! Оскар Уиллу Смиту или Дэниел Крейгу? Уиллу Смиту. Он хорош. Да, я не знаю, почему, правда. Просто Уилл Смит. Парень с татуировкой или пирсингом? С татуировкой. Ну, конечно, все брутальность. С татуировкой. Отдыхать на пляже или в горах? На пляже.
На пляже, да. Какие горы, если можно на пляж поехать? Знакомство в Тиндер или знакомство на улице? На улице. Вот. Я просто не очень понимаю, что это Тиндер. Тиндер это как? Это вот когда типа люди знакомятся, там, знаешь, там. Я знаю Гриндер, где гей знакомится. Да, ну это то же самое. Он родился от Тиндера. От геев родился. Тиндер. Это законно вообще? Да. Наверное, будет популярный вопрос. А Тимати или Егор Крид? Сережа Шнуров. Да! Да, извините. Мы питерскую банду, ни на что не променяем. Девичник на Ибице или в Провансе? В Провансе. Все. Ура! Вся правда обо мне. Да, самое неожиданное, что вы не могли, мне кажется, прочитать в обычных интервью, потому что в обычных интервью все равно есть базовые вопросы, да, которые чаще всего тебя спрашивают. Ну, конечно, я не могу спросить. Вот типа моего одного только хотела сказать. Смоки айс или красные губы? Да. Какой цвет мне идет? Как подобрать тональный крем? А что сейчас в моде? А сейчас в моде. Да. А что дальше? А как вы начали? Да. Как бы я не хочу тебя удивлять, но эти вопросы идут. Они по всем, да, прошлись этим самосвалом, прокатились по каждому. Да. У нас на самом деле Лена приготовила каких-то необычных вещей, которые я никогда в жизни не видела. Например, силиконовые штучки для макияжа. Да, я не супер крута в этой теме. Думала, это запчасть от белья, да? Да, да, куда-нибудь ставить, у кого чего не хватает. Здесь она полевшим. Мы начнем делать... Угу. Макияж? Да. Мы решили создать образ на Хэллоуин. Алина решила очень поменять мое лицо. И сейчас вы увидите, как я реально изменюсь. И наша героиня сегодня будет... Она самая. Мартиша Адамс. Адамс, да, один из самых культовых персонажей, который, наверное, ассоциируется с Хэллоуином, с мертвой жизнью. И с красотой при этом. Она же пош, женщина. Сейчас посмотрим. Леночка посетила гениальная мысль натянуть мой лоб и поправлять мои мимики. Всем хэппи Хэллоуин. Как говорят на Хэллоуин? А нет, это Санта-Клаус так делает. Скоро выходит фильм. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Том Брайдер. И образ той самой расхитительницы. Гробниц? Да. Это же она расхищала? Да, уже что было. Все, что надо было расхитить, осталось только немножечко создать эффект, что это сложно давалось. Да, что мы спасали мир. Мне еще год походить в спортзал. Поесть протеиновых коктейлей попить. Но мы сделаем образ Лары Крофт сегодня. Да. Поехали. Да, мы сделали, мне кажется, образ
женщина, которая победила всех. Победила всех через сальто, песок, бежала, спотыкалась, из лука стреляла, головой проехалась. Вот здесь вот камушек один задела. Да, небольшой такой. Но ты очень круто сделала, что ты даже вот, когда вот насыпала мне эту земельки, ты ее расчесала, что как будто я реально прошлась по какой-то жесткой плоскости. Это очень круто. Ну, кровь, конечно, тут подсохшая на губах. И вот это вот испарина, да? Да, это все очень важно. На самом деле, такой макияж, он в деталях крут, потому что вроде тебе кажется, ну что ты там испачкалась, да? На самом деле, чтобы это получилось круто, много есть маленьких фишечек. И это позволяет еще больше поверить, погрузиться в этот образ, что ты уже очень можешь. Ты впадаешь в образ? Все самое ценное, что мы сегодня могли взять у Лены. Это же не смешно вообще. Не ограбили. Не ограбили. Ха-ха-ха. Не ограбили.